Двое красноярских предпринимателей продавали на АЗС энергоресурс поддельное топливо. Они, как считают следователи, разбавляли качественный дизель более дешевыми продуктами нефтепереработки. Залить клиентам успели почти 90 тысяч литров суррогата на сумму 2 миллиона рублей. Полицейские прикрыли бизнес и провели на заправках обыски. Обследование помещений, зале сооружений. Директор тут не сидит? Нет. На каких конкретно адресах торговали разбавленным дизелем, силовики не уточняют. Известно, что это несколько точек по краю. По версии следователей, схему мошенничества придумал директор компании по оптово-розничной торговле топливом. Используя колонки самодельного типа, он и его подельник якобы продавали с виду обычный дизель на заправках «Энергоресурс», подтверждая качество горючего поддельным паспортом соответствия. Экспертиза показала, исполнение... Использование разведенного топлива могло привести к поломке двигателя. Расследование дела по статье «Мошенничество» уже завершено. Торговцы топливом находятся под подпиской о невыезде.